Нападение НЛО в Чикиниган. Поставьте лайки и подпишитесь на канал. Ага, наконец-то я приехал в этот город. Сейчас что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаю. А что, не знаю. Может, кого-нибудь напугать? Хорошая идея. Только кого? Ладно, кто пройдет мимо свалки этой, того и напугаю. Да, хорошая идея. А вот где нужно взять место? Тут, не знаю, тут мало кто удалит. Ну ладно, найду для себя место. Странно, кто-то уже давно никто тут не идет. Ладно, поближе здесь постою. Поищу что-нибудь. Ничего нет. Что? Не понял. Кто это такое? Не понял. Это что? Внимание, внимание! Срочные новости. Сегодня в городе Рубин произошло событие. На хулигана напало НЛО. Сейчас мы узнаем у того, кто это увидел, это НЛО, и заснял, как это все было и как это все произошло. Может, это шутка или розыгрыш, но все равно нужно проверить, правда это или нет. Не переключайтесь на другой канал. Да, ну и новости наконец-то происходят. Интересно, это правда или нет? Нужно срочно это сказать Роме. Иначе мало ли это правда, его нападут на нашу базу. Нужно срочно идти в кабинет Ромы. Так. Быстрее. Так. Срочные новости. По новостям показали то, что где-то здесь пролетало, а именно в городе Рубина пролетало НЛО. Что нам делать? Объявить всем, что это, что нужно прятаться или просто не обратить на это событие внимание. А я вот думаю, лучше всех об этом предупредить. Даже не знаю. Слушай, давай ты сообщи всем агентам, чтобы они пришли ко мне в офис, а я пока что включу тревогу, чтобы быстрее всех позвать. Ну а вторую тревогу включу, чтобы защитить нашу базу непробиваемым полем. Понял меня? Да, понял, хорошо, тут зайцы. Тут все, всю тревогу включить. Внимание, всем собраться в кабинете Ромы. Ну что, мы все собрались. Что ты нас сюда позвал? Сегодня в городе Рубине было замечено НЛО. Оно уничтожило одного петуха и полетела в неизвестном направлении. А вот в чем дело. Ну да, НЛО может существовать. Ладно, давайте раздумывать план какой-нибудь. То срочно бежать. Срочно бежать. Инопланетяне полетели. Бегите. Я их задержу, как только смогу. Получайте, злые инопланетяне. Хотите нашу планету уничтожить? Нет, у вас это не получится. Получайте. Ну что вы все стоите? Давайте, бегите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Итак, что мы будем делать?
Мы еле сбежали из нашей базы. Они уничтожили всех, кроме нас, втроем. Только мы остались. Как думаете, как нам поступить? Пойти их уничтожать? Или же тут немножко подождать помощи? Потому что инопланетяне стоят рядом с домом, в котором мы прячемся. Если мы будем убегать, то они точно нас заметят и уничтожат, как всех. Так что нас всего лишь трое, так что давайте думать план. То сражаться с ними? Нет уж. Когда мы убегали из базы, они в меня своими лазерами чуть не попали. Думайте, как хотите, а я с ними сражаться не буду. Ну, пожалуйста. Я вот думаю, лучше отомстить за нашу базу. И за город Рубин, который эти инопланетяне уничтожили. Нам нужно их уничтожить. Думаешь, я не хочу их уничтожить. Тоже хочу отомстить за город Рубин, в котором я когда-то жил. Но как мы это сделаем? Для этого нам нужен план. У меня есть кое-какая идейка. Эй, вы, инопланетяне, давайте. Поймайте меня, давайте. Что вы тут столпились? Давайте, поймайте меня. Я убегаю в дом, вот в этот дом. Давайте, ловите меня, ловите. Получайте, инопланетяне, нате. Ха-ха, всех уложил. Ой, только этот главарь остался. Ну ничего страшного. Сейчас мы его быстро одолеем. 4 патрона осталось. На. Что? Он еще остался цел? У меня, кажется, нету больше патронов. Срочно план Б. Ай! Кажется, он обладает телекинезом. Вот черт, помогите. Срочно план Б. Повторяю, срочно план Б. Он сейчас меня съест. Смей трогать моих друзей. Получай. И на из дробовика. Получай. На, все. Так вот и надо. Не надо было моих друзей трогать. Все. Вроде мы победили их. Но что нам делать дальше? Нас же осталось только трое. Давайте. Выходите. Что вы там боитесь? Я победил всех. Что мы будем делать? А? Нас же трое осталось. Может, будем просто втроем жить на базе? Не будем никакие планы придумывать, просто будем мирно на базе жить. Как вам такая идея? Мне такая идея устраивает. Да, давайте так и будем. По плану Ромы. Давайте. Спасибо за просмотр моего видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока.